За прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 2 ДТП с материальным ущербом. В одном ДТП пострадал человек. 12 июня вечером автомобиль ехал к торговой точке по пешеходной дорожке парка Зернова и наехал на пешехода. Пострадавшего врача осмотрели и отпустили домой. Мужчина двигался к торговой точке забрать оборудование. У него было разрешение для осуществления торговли. Он двигался, а пешеход вышел, воспрепятствовал его движению. И получилось такое происшествие. В летний сезон на пешеходных тротуарах появляется много средств индивидуальной мобильности. Велосипедов, самокатов, моноколес, гироскутеров. И такое соседство для пешеходов представляет не только неудобство, но и опасность. Водителям таких СИМов следует помнить, что на тротуарах преимущество всегда у пешеходов. Также нужно быть максимально осторожными и внимательными при движении, ограничивать скорость. На тротуаре по умолчанию преимущество имеет пешеход. По тротуару велосипедисты могут двигаться в том случае, когда у них отсутствует возможность движения по проезжей части по правому краю. То есть там, где, например, припаркованы машины, либо интенсивность движения большая, он может двигаться по тротуару, но с соблюдением требований правил движения. То есть должен двигаться аккуратно и уступать дорогу пешеходам. Также по тротуарам на велосипедах могут ездить дети до 14 лет. За минувшую неделю выявлено 223 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Задержали 3 пьяных водителей. 105 нарушителей были не пристегнуты ремнем безопасности. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.